Мужская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций. Произошло это после того, как в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место Александр Логинов занял 2-е место. Норвегия возглавляет зачет, на 2-й строчке располагается Франция, на 3-й – Германия. Этот результат позволил Логинову подняться на 2-е место в общем зачете Кубка мира. У него 232 балла. Лидером общего зачета по-прежнему остается норвежец Йоханнес Бё. В его активе 308 баллов. Бё, как и другие норвежские биатлонисты, Тари Бё и Ветли Кристиансен заявили, что не рады выступлению 26-летнего Логинова на Кубке мира. В его карьере была 2-летняя дисквалификация за применение допинга. Отстранение закончилось в ноябре 2016 года.